Смотрите на это поле. Люди, люди, смотрите. Тут есть поле. Американское. И людишки вон бегают. Бейсбол играют. Видишь, он ударил, и он сделал вот так. И потом он туда пас дает, пока тут пытается там бегать. Вот, мы что, смотрим бейсбол. Сейчас это две команды. Одна команда в красных футболках, вот она видна. Видите, на улице вот там они стоят. И вон чудак сейчас сбитой стоит. Ему дают мяч, он бьет его. Вот там чудак идет, бежит на вторую базу. Он сам, который ударил на первую базу. И вон мячик уже летит, уже они готовы, чтобы не дать шанс тем бежать дальше. Ага. Это такие правила, да? Да. Хорошо. Да. Будем смотреть дальше. Бежал на вторую базу. И мяч кидает, и он словил. А, не словил. Так был бы ад. Если он что-то должен пас дать. Ага. И видишь, ты дальше не побежат, потому что они можем их мячиком этим тронуть, и тогда они. Я понял. Вместе вот и стоять, чтобы мяч ловить, а в красных футболках будут бить. И у них последняя попытка получается. Правильно? Да не, они, по-моему, попытки. Уже все, собрались полностью. Не, вон выходят белые. А, выход. Не, уже, по-моему, финиш. Смотри. Видишь, они места берут. Меняются, получается. А, берут места свои, занимают. То есть в команде получается у нас 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 человек, да? Правильно посчитал? Ну я не знаю. Я тоже. А ты тоже не знаешь, да. Хорош, мы смотрим игру и правила знаем игры. Правила игры, блин. Бейсбол. Бейсбол. Смотри, вон там сзади один. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Это 11, по-моему. Смотри, на Википедии они потом погуглят еще. А, ну да. Погуглите на Википедии. Погуглите, дорогие наши зрители, подписчики. Ну бывает. Лайки ставьте. Смахлевал. Смахлевал, да. Смахлевал. Смотрим. Давай, удар. Ударил, смотри, когда. Поймать. Не, это автоматический хомран. Это как понять? Это он автоматически сделал вот этот пробег целый. Автоматически? Он только всего лишь просто ударил. Ну и оно пошло так далеко, что тебе не смогли поймать. Это если ты его так сильно ударяешь, это автоматически одно очко ты получаешь. Это хорошо? Да. То есть это значит хорошо. Кидать. Удар. Это аут. Это аут. Не, это хорошо. Это хорошо, просто да? Показалось, как будто оно пошло за вот эту белую линию. А так он, смотри, он еще бегает. Все. Окей. Он что, две базы взял? Да, он получается. Быстро бегает, оказывается. Он бегун. Бегун, да. Смотри, готовится бежать, смотри. Бежит. Чего он не бежит-то? И побежал. Он должен успеть побежать, да? Он даже так подскользнулся, чтобы... А, оказывается, нельзя бежать, пока они его не споймают. Я не знаю, я не понимаю все равно эти правила. Ну давай посмотрим, будет он ли. Опа, смотри, как бежал, он ударил. Побежал. Смотри, бежал. Хомран. А, ну все. Второе очко сделали. Второе очко, да? Да. Молодцы. 2-0. А, ну, просто 2 очка заработали. 2 очка. Я не знаю, с какой там уже это идет. Счет, да, может даже больше. Понятно. Горы. Не видно, потому что солнце. Жалко. Ну красиво. Красиво, да, такой маленький городок, такой маленький, такие холмы такие. Колорадо Спрингс. Ударил. Там я опять. Меняются обратно, да? Мы подошли поближе. Последний раз они поменяются. Ну я. Yeah. Они хорошо играют. Вот парни выходят на поле. Сейчас у них будет, по-моему, последняя игра. А не, вот 9-5, 22, но я не понимаю все равно правила, я не знаю, последний это не последний. Дима говорит, что это последний, да, Дима? Ну да, вот смотри, уже, вот написано 9, но 22 вот там. Ну да. И уже пятый раз они менялись, это, наверное, последний раз. Is it room for 5 innings? Let's go.
Он сказал 22 очка сейчас на 9. Красная футболка выигрывает. И если они это... Там специально такое правило, чтобы сильно много между командами не было очков. Difference. И сейчас последний раз эта команда не отсюда. Так что им дается последний раз сыграть, чтобы добавить себе очки. Но так выглядит, что сейчас 22 на 9 очки. Так что... А 5 что такое тогда? 5 раз. Опа, смотри, отбил. Упал, смотри, побежал. Но все равно я не могу понять, ему на круг сделать пробежать или добежать до вот этой точки. Поймал! Забил? Да? Димон. Какой счет уже? 4-1 уже, да? 4-1 уже. Не забили, да, получается? Не забили, да. Ну, бывает. Матч продолжается. Счет уже 4-1. Первый раунд. Вот. На самом деле, какие красивые горы. И вот это поле. Как на Windows, помните, XP? Да? На Windows XP эта травка была. И тот поймал. И тот делает хомран. Блядь, сделал хомран. Сделал? Да. Какой счет? 6-1, блядь. Уже 6, он сразу два гола, получается, забил? Два чудака успели сделать хомран. Два человека, да? Да, там один уже ждал на третьей базе, еще второй на второй базе. Ага. И они вот так обои забежали. Вот Дима говорит, тут классно ходить. Я подтверждаю, да, это хорошо, что тут можно ходить. А я говорю, а если тут еще на велосипеде проехаться? Какая красотища, да? Да. Да, офигительно просто. И воздух чистый. Это точно. А там что, озеро справа? Река. Вода добавляется, не такое же происходит, потому что это интердисциплинарный портал, в котором инопланетяне там эту воду потом выпивают, и потом кажется, так ничего не добавляется. Ага, ой-ой-ой. Кстати, да, красиво, камушки. Не, очень хорошо выглядит, да? Калифорния! Так мы Колорадо Спрингс. Сейчас мы идем смотреть, как там играет дисковый гольф. Айда! Отсюда? Там? Или отсюда запускается? Отсюда запускаешь, да? И он тебе показывает. Знаешь, где ты хочешь стрелять? Вот здесь A, B, C, D, E. Угу. Я показываю дистанцию. И вот... Если как это называется? Получается парк. Это диск-гольф. Это просто компания, которая делает. Uh-huh. Городская. А здесь... Какие диски брать? Или свои надо? Свои. А с чего их запускать? Ну, рукой. Это же фрисби. Кидаешь, и получается, там должен другой стоять. Не-не-не-не-не, там где-то вот такая, и ты туда должен попасть, Прямо вот туда, получается, я должен кинуть. Не-не-не, там такая, только вот там где-то. Ну я понял, и должен туда попасть. Чем ближе, типа, к цели, или точно к саму цель, то получается я выиграл. Ну, заработал очко, правильно? Да. Не, ну ты кинул один раз, потом другой человек кинул один раз, и потом вы идете ищете, где вы оно... Ну вот, и оттуда... И оттуда мы можем докинуть, получается. Да, это как гольф. Смол хаски.